Кубок разыгран. В Чувашии завершился межрегиональный детский турнир по мини-футболу «Кубок Союза труда». Игры прошли среди самых маленьких участников 2011 года рождения. Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с организаторами соревнований. Победителями стали воспитанники детского сада номер 6 из Ростова-на-Дону. Второе место у команды спортивной школы по футболу Минспорта Чувашии. А бронзовые медали увезли с собой юные футболисты клуба «Зенит» Ижевск. В этом году у нас, как я знаю, эти соревнования дали статус всероссийского масштаба. Да, совершенно верно. Практически вдохновляет всех, порыв души появляется у молодых людей. И с точки зрения, что от нас нужно, мы, в принципе, готовы все сделать. Хотя пошагово, поэтапно идем, хочется быстрее, чтобы больше вовлеченных людей было. В течение 5 лет максимум все спортивные стадионы пришкольные оснастим искусственным покрытием, дорожками для того, чтобы люди в любую погоду могли играть. Это однозначно. Организаторы отмечают, 8-летние футболисты с недетской серьезностью относятся к любой возможности посоперничать, улучшить мастерство, получить дополнительный опыт. Вы как талисман для нас. Результат какой? Сейчас вошли в единый календарный план. Самое главное, нам важен результат. Да, вошли в единый календарный план. Ага. Вошли в единый календарный план. В этом году уже третья уже система. Значит, уже третья финальная. Уже участвуют, сколько у нас? 13 субъектов, да? 13 субъектов Российской Федерации уже принимают участие. Причем не только Приволжский федеральный округ. Там есть и с Ханты-Мансийска с Югры приехали, и с Ростова приехали, из Тюменской области приехали. То есть достаточно большое количество людей. Рифат Фаткулин, Маргарита Мельникова, Павел Редков, Республика.